Романтичная атмосфера и волжский вайб. Шестидневный фестиваль «Волгофест» завершил свою работу. Второй год подряд он проходил на первой очереди набережной под Красноармейским спуском. По словам организаторов, эта площадка позволяет создать камерную атмосферу и ничего не пропустить. Нам очень нравится Красноармейский спуск. В первую очередь старая набережная, потому что здесь очень удобно с точки зрения формирования инфраструктуры фестивальной. Все очень плотно и... людям не нужно перемещаться в течение долгого времени между площадками для того, чтобы все успеть. Центром притяжения гостей фестиваля стал «Розовый замок». Там говорили о любви и о том, как преодолеть страхи. Участники арт-терапии представили их в виде монстров и написали на флагах, как с ними бороться. Ну, мы первый день сегодня попали, не могли в прошлые дни, но очень удивлены тем, как все тут обустроили, очень красиво. Я в шоке. Очень интересно, ничего не понятно. Зато мы купили красивые сережки, это классно. Положительные. Мы уже третий день ходим сюда, все что-то новое всегда. Молодцы. Вот нулевой ком ты понравилась и как бы сцена. Вот. А, ну вот это розовый замок. Очень круто. Необычно креативно. Сцена и лабиринт. Очень креативно, мне понравилось. Я в розовый костюмчик иду в розовый замок. Как раз, в общем-то, надеюсь, там мне самое место будет. В этом году темой фестиваля стала любовь. Именно этому чувству к близким, детям, друзьям Волги и своей малышке.